лучше. Идите греться, потому что на улице долго будет. Это соревнование под эгидой президентского клуба, поэтому победители этих соревнований едут на областные соревнования, а победители, три человека, которые занимают первое, второе, третье место в каждой возрастной группе, попадают на республиканские. Уважаемые коллеги, дорогие ребята, мы рады приветствовать вас сегодня на нашем замечательном спортивном мероприятии. Как сказал Сергей Петрович, снежный снайпер. И я думаю, что у вас все получится, потому что, глядя на вас, вы выглядите сильными, мужественными, румяными. Поэтому хочу вам пожелать всего самого хорошего. Сегодня была честная борьба, и в этой честной борьбе вы завоевали все призовые места. Равняй мирно равнение на флаг Республики Беларусь. Вольно. На этом наши соревнования объявляются открытыми. Можно разойтись и подходить к месту старта. Всем спасибо. Гимназия, 12-я школа. На старт. Марш! Старт уже пошла. 12 стоит. Палочка. 3, 2, 1. Оп! Пошла 11 школа. 2, 1. Марш! Пошла. 1. Марш! Пошла. 2. Привет, Оля. Давай. Ника, доходи. Пока дойдет, уже из лыжи поменять. Давай. Снимаем только правую руку, левую не трогаем. Только правую руку. Ложимся. Аккуратненько. Все. Готово? Так, упорчик делал. Молодец. Все, вставай. В таком темпе и работай. Снайпер. Ну ничего, все. Пиши 21, я скажу, спокойно, не суетись, спокойно. 21.05, молодец. Я не это хочу спросить, я просто хотела спросить. А эти я могу быть. Вот девятая школа.